Пешеходная Молотобольская уже стала центром притяжения горожан. Здесь особенно многолюдно в новогодние праздники. Но места все равно немного. Для народных гуляний и проведения массовых мероприятий власти хотели бы его увеличить и сделать доступной для горожан и туристов целую площадь. Идея есть. Есть и предложение, что для этого предстоит предпринять. А именно перенести трамвайное кольцо, расположенное в самом начале Социалистического проспекта. Куда конкретно, пока на стадии обсуждения. В рамках совещания власти обсудили возможность переноса разворотного троллейбусного кольца на Речном. Здесь и место переноса найдено – «Спартак-2». Вячеслав Франк в рамках выездного совещания затронул также тему объединения Демидовской площади, Сереброплавильного завода, Центрального парка, улиц Молотобольская и Льва Толстого, набережной Оби и зоны Ковша с выходом к Изумрудному парку в один пешеходный туристический маршрут. По его мнению, и с ним согласились все участники совещания, таким образом получится сделать центральную часть города более востребованной среди жителей и приезжих, а также привлекательной для бизнеса. Пока все предложения на стадии обсуждения. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.